поднятый капитал за рабочим столом. Бензин как раз. Короче, был у меня джип, патруль, дизельный патруль. Поехали мы с Серегой в Астрахань. Я, Серега, Дрозд опять. Значит, ну вот, а у меня же там, я говорю, дом купил пещи, ну вот. И взяли деда. Деда еще, царство небесное, еще, это было 2003 год, ну где-то 73 года было. Тесть. Ну, а, тесть. Он напросился с нами на ночную туда рыбалку в степь. Ну, поехали в степь. А у меня, как назло, на джипе этот самый датчик не работал этого самого. Топливный. Да. Вот. И я забыл, знаешь, это самое, сколько. Вот, раз приехали, а рано приехали. Ну вот, сидим, блядь, это самое, греемся в машине, дождь поливает. Представляешь, вот в Астрахани редко так, но тем не менее, дождь такой пошел сильнейший. И так, бум! Я сразу все понял, понимаешь? Я понял все сразу, понимаешь? Короче говоря, слушай меня. Вот, а Ерик такой, значит, от города 30 километров, степь сплошная, там, значит, это самый хутор, 5 домов где-то, слышишь? Ну вот, мы от хутора, ну, километра 2, ну вот, в степи. Значит, дождь херачит, такого дождя, знаешь, у нас редко встретишь, ну, просто как из этого самого, из ведра. А там почва глинистая, глина, понимаешь, ну вот. Ну, Крым напоминает. Ладно, я говорю, ладно, ноги разъезжают. Да, идите плавайте, говорю. Ну и как? Вовка взял канистру, пошел. Да, я взял канистру, пошел. Иду, значит, фонариком свечу, смотрю, блядь. А месяц-то какой? Собака стоит, блядь, слышишь? Здоровая такая собачина, блядь. Ну вот, как потом оказалось, это волк, блядь, понимаешь? Это не собака была? Нет. Знаешь, ну я решил, что это собака, блядь, а это оказывается волк был. Ну, хорошо, что я не знал, может, назад бы пошел. Честно слово, блядь, знаешь, такой здоровый. А мне этот, как его рассказывает, ну, сразу перебью. Мне это рассказал, что волк, это там, я дагестанца потом в хуторе высвистал. И он говорит, вот рассказывает, представляешь, были тоже. Говорит, я, говорит, лежу под машиной. Зимой. А у меня, говорит, это шапка из кролика. Ну, под машиной, под грузовиком он имеет, ремонтирую. Вдруг чувствую, кто-то за шапку тащит, блядь. Он думает, блядь, эти самые ребята какие-то, ну, стебаются, типа, понимаешь? Ну, хохмят, блядь, понял? Блядь, а это, оказывается, волк, представляешь, блядь, тащит. А этот, как его, дагестанец, знаешь, он вот такой, на голову выше, блядь, и вот две руки такие, знаешь, они там такие, эти самые, просто, блядь, такой. Я, говорит, его за уши, хватит этого волка, понял? Клянусь тебе, блядь, слышишь? И, говорит, ору, блядь, там этим самым, блядь. Ну, вы прибежали, ребята, забили, блядь, понимаешь? Ну, ему врать смысла нет, там обычно, знаешь, деревенские, как говорится, не врут, там, это самое. Ну, да, не более простые. Это не придумаешь, такую херню. Ну вот, короче, слушай меня дальше. Иду я к этому хутору, а это самое, заборчик, вот такой штакетник. Ну, маленький. Mm-hmm. Вот такой. Ну, знаешь, как вот так. Просто просто палисадничий. Знаешь, как палисадничий. Ну, обозначен. Делал. Обозначен, да. Дождь херачит, понимаешь, 12 часов ночи. Ну, где-то полдвенадцатого примерно вот так, понимаешь. Ну, люди уже все скат. И вдруг с этого палисадника два таких волкодава, блядь. Вернее, не волкодава, а, знаешь, эти Кавказ. Алабамы, которые... эти. Нет, не Кавказ, Алабамы, которые пасут овец. Там, блядь. Ну, понятно, да. Блядь. И несутся на меня. Страшно, пиздец, понимаешь, ну честное слово, 12 ночи, вот штакетничек вот такой, и вообще это, знаешь, как это самое, понятно. Как просто, ну вот, у самого две собаки было, но все равно, мне сердце там, да, ну ты понимаешь, ну черт его знает, ночью, я, короче, орал, ну, короче говоря, ну, мое счастье, ну, потому что я в палисадник-то не могу зайти, ну, как бы, это самое, я хоть подошел к этому, думаю, что если в палисадник зайду, точно, наверное, разорвут, блин, нахрен, ну, слава богу, там, ну, где-то через, наверное, минут 20, ну, долго орал, блядь, вышел какой-то парень, блядь, я ему говорю, слушай, бензин надо, и вот он меня свел к этому азербайджанцу, свел, блядь, туда, я говорю, слушай, говорю, давай денег любые дам туда-сюда, блядь, лишь бы это, я вот с этого, с дизеля у него достал, блядь, повезло, блядь. Ну.
Подходим к острову Рача-Яй. Это известные мне места, где мы приезжали несколько раз, как туристы. Ну и так куда-нибудь в районе этого камня встать, если будет возможность. Ну как первое впечатление об острове? Офигенно! Самая вода похожа хорошая. Да, сейчас посмотрим, что под водой. Наконец-то. Распадай лучше. Не надо. Ну, что ты это, полотенце больше не будешь искать? А? Ну, оно здесь висело, блядь. Подбери, Отличный каранс. Молодец, Серег. Омских городов. Еще что видел? Ну... У меня сейчас тут эти колбаса, рыба-колбаса, за мамку приняла, она со мной плавала, блин. А что за колбаса? Ну, штук 50, наверное, колбасы этой. Ну, зеленая, которая. Кожистые. Зеленая, которая. Ну, зеленую она одну убил, что-то. Зеленая лежала. А. Вот, и сейчас только пошел вот этот самый, как... Давай, покажи. Пошел, и эта мелкая пошла, которая вовками стреляла тогда. Что, поехали? И сарганы пошли. Рыбку покажи. Просто. Ну, Серёж, значит, завтра надо выставиться. Боком. Прелесть. Ну, как-то прелесть. Так. Повыше. Могу встать. Могу не вставать. Андрюха чалится. Кто любители привязываться? Что-то как-то на пляже мало народу. А? А кому-то привязаться. Толкнуть или что? А? Вперед! Не-не, на утку! Только надо правильно привязаться. Накинь на утку и все! Да я накинул все. Этот отходит, тот отходит. Может, согнали? А сколько глубина у нас здесь? Эх. Вот так мы развлекаемся. Распугал всех рыбок ты. Своей кочергой. Да они ж не понимают, что это такое. Лёха, а у меня кочерга ниже или выше? Нормально сейчас. Игорь, кидай давай. Кидай. Я тебя, видишь, испугал его. Идем на берег. А мы
причал там можем воткнуться? Я думаю, что на причал имеет смысл. Сереж, мы, наверное, на причал идем. Конечно, да. Проходил. Ворон побежал. Да. Его. Какую? Палочку кидаем? Ты, какую? Леха. Давай. Ему пофиг. Скотина. Ау! Гав-гав! Сейчас мы чем-нибудь в нее запустим. Как он? Он на нас не бросится, блин. Наша бухта. Леха. Извини меня, пожалуйста. Я-то все-таки на юге. А что-то я не вижу нашу яхту. Где она? А, вон она. Вон она, родимая. Вдалеке. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он? В краю далеком, что кинул он, в краю родном. Погодка, да. Шепчет. Как обычно. Мы уже привыкли к такой погоде. Давайте подготовимся. Уберем, наверное, эти самые. Оденем спас. Серега готовится к заплыву. Последний день на раче. Серега! Сергей! Ты на тузике брось доску вовнутрь, а! А то она сейчас улетит. Thank you.
Thank you.